Такой огромный пакет покупочек с Wildberries и Озон. Давайте начинать. Покупочки Wildberries. Заказала первый раз с Клинекс бумагу. Первый раз пробую ее, никогда не пробовала. Просто очень бюджетная цена была. 200 рублей за 8 рулонов трехслойных. Поэтому попробуем. Так, батареечки. У нас во многие игрушки, крестюшки нужны. И заказала фрезы для аппарата. Набор фрез, 6 штук их здесь. И тут столько подарков, слушайте. Щеточка, две пилочки. И вот они сами фрезы. Интересные. Посмотрим потом маникюр, когда буду делать. Это прям подарочков много, пилочки. Вообще лишними никогда не бывает. Так, пришел лук. Я вам показывала в прошлых видео. У меня свекла, морковка, томаты. А вот пришел лук. Сейчас откроем, посмотрим. И заказала жилетку крестюшки на весну. 500 рублей всего. Но отзывы прям были очень противоречивы. Поэтому, естественно, открыла, посмотрела. Это размер. У нас пишут еще, что маломерит. 28. Ну да, он ей на вырост, конечно. Она пока великовата. Просто многие писали в отзывах, что швы чуть ли не ручные. Особенно на рукавах. Нет, у меня все здорово. И подклад почему-то на разных размерах. На одних и тех же цветах разные. У меня все пришло классно. Не скажу, что она прям на какой-то холод. Но, тем не менее, такая средненькая. И подкладка хлопковая. Повезло, потому что видела в отзывах, не везде приходит хлопковая подкладка. Капюшон тоже на резинке, что тоже классно, но без подклада. Без подклада вот такой вот. Ну, красивая, красивая, мне нравится. И мне повезло со швами, и с качеством, как бы все отлично, все замечательно. Рада. Прям большая. Писали, что чуть ли не на два размера маломерит, но это прям большая. Ну что, весной хорошо будет, она вообще длинная, сама по себе модель попу скрывает. Классно. Wildberries и Озон. С Озон у нас вот такая вот фольга. По отзывам, вроде неплохая. Господи. 10 метров. Слушайте, очень толстая. Прям вот очень толстая фольга. Вообще супер. Класс. Так, дальше поехали. Что у нас тут еще? Это с Wildberries чеснок. Сушеный в коллекцию моих сушеных овощей. У нас здесь еще набор магнитиков с Wildberries кролика. Сейчас открою, покажу. Очень мимимишные были на картинке. Так, дальше. Это я кроссовки девочкам в Телеграм показывала, что на Wildberries заказывала. Так, что это? Господи. А, это Ксюха с Озон взяла раскраски. У нас очень крутой пункт Озон. Там такая женщина приятная. И она все время подарочки делает. Она им тут еще чупики дарила. Так, маска. Наташа в Телеграм покупала такую масочку в Ашане. И нашла ее на Озон за 8 с чем-то рублей. Я такую пробую. Яблочная маска для лица пюре. Смотрите, какая. Это вот тут прозрачное место. Прям как яблочное пюре. Будем пробовать. Что у нас тут заявлено? Витаминное увлажнение. Таежный сбор. Посмотрим. Расскажу тогда с вами. Попробуем во влоге. Так, и еще. Это Озон, по-моему. Я уже забыла, что где забирала. Нет, это Wildberries. Это Wildberries. У нас здесь с вами держатель для туалетной бумаги. Симпатично. Взяла сразу хороший, добротный, недешевый, металлический, черный, чтобы и как бы после ремонта он тоже остался. Вот что он из себя представляет. Потому что у нас до этого сейчас стоит другой, пластиковый. И там вот эта штука, она съемная, и Ксюха ее постоянно теряет. Так, Ксюха? Вот так это дело все выглядит. То есть сюда девается туалетная бумага, полочка для мобильного телефона. Я хочу поставить туда декор в горшочек, горшочек зелени. И вот эта штучка под освежитель. Вот сюда вот ставить. Вот красивая, симпатичная, металлическая. Как бы все нормально. Сделано добротно. Проверила, все хорошо. Осталось ее присобачить. Крепление в комплекте. Собственно говоря, сушеный чеснок тоже по такой же системе, баночка. Много тут его, красота. И магнитики, вообще прелесть. Каждый в отдельном пакетике еще. Год без забот. Смотрите, какой красивый. Накрест зайчиков. Вот такой мишка с зайчиками. Мечты сбываются, смотри, в новом мишки, году. Смотри, какие очень мимишные. Тепла и уюта. Уютных вечеров и теплых объятий. Очень такие вот миленькие. Богатого года. На удачу. На подарочки. Просто прелесть. С Новым годом. У меня тут вспышка выключилась. Телефон садится. Побед и удачи. Вот этот красивый тоже с Новым годом, зайки. Ой, какие прекрасные. Тепла и уюта ваш дом, боженьки.
Надо себе такие прям коллекцию заказать, украсть холодильник. Мечты сбываются в новом году. А может, себе оставить? Любви, любви и нежности. Ой, вообще класс. Мне кажется, вот так коллажом повесить будет очень красиво. Покупочки. Wildberries Озон. Это Озон. Это телевизор Hartens, да, получается, 22, Smart, Яндекс ТВ. В общем, довольно хорошие характеристики, девчонки, 8300 всего. Кристюшина распаковала, проверила, даже подключила к Wi-Fi на своем телефоне. Вроде все ищет, все нормально. Сейчас распакуем, покажем. И аппарат, наконец-то, пришел для маникюра. Я вам говорила уже, и тебе сейчас дадим, да, что на Wildberries пришел бракованный. Ты этот проверила, все отлично, все нормально. Чуть дороже, правда, вышло. Ссылки все на Дзене оставляю, артикул. И вот такую баночку обновила, беленькую, как бы без визуального шума, на Wildberries для зубных щеток. И она единственная была большая, потому что нас как бы четверо, нам минимум 4 деления надо, а везде в основном 3. И несколько паст сюда тоже в дырочку влезет. Вот такая вот беленькая. Так, погнали телевизор открывать. Он, собственно говоря, маленький, хорошенький, беленький мне именно хотелось. Вот такой пультик. Да, и здесь есть голосовой помощник, что мы тоже очень любим. У нас в зале приставка с голосовым вводом. Это очень удобно, поэтому супер. Так, сейчас пойдем поставим его пока на кухню. Кронштейн у нас есть, папа потом повесит. Мы пока его поставим, включим. Там обновление какое-то было на Озоне, начинало загружаться уже. Или пока на стол, Кристюшка в шоке. Я тоже. Вот это да, потом вот сюда повесим куда-нибудь. Я тоже кронштейн. Сейчас, да, включим, обновление загрузим, к Wi-Fi подсоединим. Говоря аппарат, я его тоже вскрыла уже на пункте выдачи Озон, проверила. По сути, он такой же, как я заказывала на Wildberries, только лучше. Много подарочков, вот такая ручка, фрезы, пилочки тут всякие, ага, щеточки, педаль, подставка для ручки. В общем, будем проверять в деле, будем скоро с вами делать маникюр и проверим. А так все вроде работает. Качество изображения хорошее, к Wi-Fi подсоединились. Я просмотрела там о отзывах, некоторые не могут почему-то подсоединиться к Wi-Fi. Все отлично. Картинка супер, голосовое управление работает. Он нам сейчас включил Машу Медведь через Кинопоиск. Вошла в свой аккаунт Яндекс. Качество вообще отличное, да, Катя? Вообще мне очень нравится. Не знаю, передает вам камера или нет, но качество обалденное. Ой, я пока очень рада. Прелесть вообще. Играется? Ну, спроси у Алисы, какая погода. Спроси, интересно. Алиса, какая погода? А что не сказала в Туле? А, она уже определила, слушайте. Вот какая у нас сегодня погода. Классно. За 8 тысяч такой телевизор, кстати, я сказала вам или нет, уже я посмотрела в других магазинах, он гораздо дороже. На Озоне вот был предпоследний. В ДНСе 16 тысяч стоял. Изучили телек по функционалу, еще не повесили, стоит пока на ножках. Классный, много каналов. Как ни странно, установили приложение еще, которое нам нужно здесь было, Кион, YouTube, вошла в свой аккаунт, все, вот детских даже много интересных, Ксюха все время смотрит, теперь во время еды канал, не туда нажала, солнце, ей очень нравится. Покупочки Wildberries, заказали вот такой вот коврик для мыши, потому что наша мышь ездила нормально по столу всю жизнь, а сейчас что-то не захотела, вот такой вот коврик. Сейчас распакуем, попробуем для компьютерной мыши. Красивый по цвету, смотрел, чтобы подходил под комнату. И 8 штук новых для туалета буду пробовать. Девчонкам обещала в Телеграм дать отзыв. 8 штук 520 рублей. Это Пурмат. Закос под... Вы поняли, в общем, когда что. 8 штук за 520 рублей. Это очень дешево. Тоже попробую, расскажу. По телеку что хотела рассказать. Изучили функционал. Очень-очень классно. Здорово, что есть голосовое управление. Это очень удобно. Очень много каналов. Есть детские. Ксюха, вот, например, любит смотреть. А канал «Солнце» здесь в основном всегда «Яралаш» показывают. Классный вообще канал. В общем, в целом все понравилось. Отлично. Недолго думает. Нормально прогружает. Все отлично. Я считаю, за такие деньги это вообще идеальный. Вот реклама. Тут пока Ксюша мне сказала, понравилось качество. Вот по качеству изображения он лучше, чем все телевизоры в нашем доме. Хотя они у нас дороже гораздо другой марки. Да? У нас LG и Supra, еще два телевизора. Я жалею теперь, что я Supra купила не так давно в спальню. Да? Лучше бы вот такой вот взяли, вообще в 100 раз лучше. Очень удобно, функционально. У нас один восторг прям. Такой костюмчик сейчас забрала на Wildberries. Заказывала в двух размерах и в двух цветах. Показываю вам сразу целиком для Крис. Красивый, милый. Очень долго выбирала, чтобы соотношение цены и качества и на вырост. Это 98 размер. У нас рост сейчас 74, но так как они все маломерки, я взяла 98. И
Не скажу, что, кстати, маломерки, будет запас. Я брала из расчета, чтобы 2 года хотя бы проносить. Сейчас, в принципе, и рукавчики подвернем, и ножки тоже можно подвернуть. Брала вот такой в 98-м размере и розовый, тоже с таким же рисунком. Кто это, господи, как их ослы, что ли, летающие. А, розовый в 104-м. 104-й вообще огромный, ну, огромный, прямо на 3-летнего ребенка. Но вот этот большой подвернем, тогда покажу в Телеграм или в Дзене, как смотрится. На Крис. Очень теплый, потому что у нас сейчас мембранный, он тоже как бы, ну, теплый, но тонкий и легкий. Но все-таки это еще Ксюшкин костюм, он уже не так. Мембрана держит тепло, потому что носили много лет, уже стирали 100 раз. Бренд, не знаю, что это за бренд, девчонки, вот. А здесь как бы подкладочка, не знаю, флис, не флис, такая тепленькая. И он достаточно такой тяжелый, теплый, тут что-то в кармане, что-то еще есть. Это все светоотражайки, видно на камеру, да? Что-то тут еще лежит в кармане. А, о, сервисная служба. Здорово. Если вдруг что-то не то, молнии все проверила. Проверила, брала с собой костюм старый Крис, потому что ее не возьмешь померить сейчас на пункт выдачи, но это неудобно совсем. Ну, в общем, понравился. 2200. Сейчас он, по-моему, 200. Розовый 2300. Там в зависимости от цвета. Я считаю, это нормальная цена. И если мы еще проходим 2 года, то вообще здорово. Водонепроницаемый, воздуходышащий и так далее. То есть у нас с вами утеплитель. Он вот тут по спинке и в рукавах, а ножки здесь получается уже вот такой материал. Резиночки. Но они говорят, быстро отрываются очень, но это обычно пришьем, если что, ничего страшного. А резинки очень плотные на ножках, на ручках. Тут, правда, кое-где нитки торчат. Надо все это дело. Вот, сейчас аккуратненько будет обрезать. Так вроде швы нормальные. Вот это тоже светоотражайка. Потому что я ее вижу как серую, а с телефоном со вспышкой она блестит. Вот рукавчики вот такие, тоже плотная резинка. Вверх вот так сделан до конца. Капюшон отстегивается, а липучки тугие достаточно, посмотрим, померим, как это все будет, ой, даже не одной рукой, двойные. Вот, и капюшончик тоже утепленный, так же, как и верх, флис, не флис, и мех. Такой скудненький, но тем не менее симпатичный, вроде как пишут, что натуральный. Капюшон регулируемый. По голове ребенка, то есть его можно вот так вот подзатянуть еще, это тоже классно, за 2000 это вообще нормально. Так, и сзади у нас резинка. Сзади у нас резинка. Резинка достаточно тугая, писали, что если ребеночек прям сильно крупный, то не налезает. Было такое в отзывах, но я не знаю, по мне он очень огромный. Посмотрим, у нас Крис не крупная. Так, вот такой костюмчик. А еще заказала масочку. Подай, Ксюш, пожалуйста. У меня такая уже есть, зеленая. Заказала попробовать розовую. Сейчас открою, покажу. Это стик. Еще внутри с людей коробка, я распечатала маску стик. Мне зеленая очень нравится. А вот на жару прям зашла. Очищала на ура, и с ней несколько часов кожа выглядела матированной. Прям вообще понравилась. Здесь еще вот такая вот защитная штучка, которую одной рукой я, наверное, не сниму. Вот как в целом выглядит эта маска. Это маска стик. Мне очень нравится формат. То, что руками не трогаешь, в узких местах, конечно, неудобно, но я все равно приловчилась. Ну, вот там крылья носа, я имею в виду такие места, да. Все равно приловчилась. Открываешь как бы стик, наносишь на лицо, мега удобно. Что-то была цена в районе 80-90 рублей, поэтому взяла. Маски такие нашумевшие, все они говорят, ну, кому-то нравится, кому-то нет. Мне зеленый нравится тем, что матирует. Попробуем вот эту розовую. Аромат классный, аромат такой клубничка, ягоды, вкусненько, все здорово. Посмотрим, что будет по эффекту, вроде там увлажнение должно быть и так далее. В каком-нибудь влоге с вами обязательно попробуем. Весили, собственно говоря, телевизор. Провод белый, он сам белый, все отличненько. Кронштейн такой громоздкий, не сильно высоко, чтобы было удобно смотреть, когда сидишь за столом. Если что-то делаешь, допустим, то он выдвигается, поднимается вот так, и можно выдвинуть его так, как хочешь. То есть он далеко получается от стены. Кронштейн вот этот вот сазона поворотный, он прикольный. Можно сюда. Можно туда, если там где-то что-то делаешь. Ну, в общем, прикольно. Прикольно, удобненько. Нам очень нравится. А, там есть Яндекс.Игры, но что-то они пока не тянут. Не знаю, почему. Там памяти в телевизоре мало. Подсоединили клавиатуру вот эту. Что такое, малыш? Подсоединили вот такую клавиатуру. У нас была, покупали в ДНС, по-моему, еще. Она как пульт управления идет и как джойстик. Вот, чтобы можно было играть, попробовать. Но что-то пока они не тянут. Не знаю, в чем причина. В общем, в USB-порт втыкается такая штучка, и клавиатура работает. Ну, вместо пульта можно использовать. Если вы потеряли пульт от телевизора и хотите себе такую вещь, на Алике они гораздо дешевле. Женька в ДНС брал, по-моему, за 900 рублей. А на Алиэкспресс, мне кажется, за 400 можно купить. Даже на Вайлдберрис, на Озон, по-моему, дешевле.